компания Медранпаш. Очень большая просьба к вам. Выключите, пожалуйста, свои мобильные телефоны или хотя бы переведите их в беззвучный режим, чтобы они не отвлекали ни вас, ни актеров от действия. Спасибо за внимание и приятного просмотра. Клубника! Вот сейчас вам расскажу, скоро же сезон. Вот я недавно прочитала, что клубника, оказывается, не ягода, а орех. Орех, представляете? Анекдот! Анекдот сейчас вам. Спектакль будет сегодня? Да, будет. Будет. Давайте про клубнику. Так, анекдот. Вот сейчас расскажу анекдот. Два. Нет, молодожен лежат. Нет, такой анекдот нельзя на сцене рассказывать. А, два быка тащит человек. Знаешь, что они его нагоняют? А сейчас спектакль уже идет, да, или как? Да, конечно. Да, девушка, вам говорят, идет уже. Ну, я знаю, что я читала, по-другому написано было. Я сейчас надеюсь, что я. Девушка, извините, а у вас что в программке написано? Спектакль по мотивам пьесы Вавилова, история с Медранпашем. Девушка, в программке не так написано. Из цикла провинциальных анекдотов «История с Медранпашем». Анекдот. История с Медранпашем. Приходит, значит, к женщине мужчине. Потом приходит еще один мужчина, потом женщина приходит. Извините, я вас еще раз поведу, но вот вы даже сейчас не так рассказываете. Там же мужчина, он в футбол пришел к девушке, послушал, он не должен был приходить, это случайно произошло. А вот вы вообще, ну а почему вы одна? Ну у вас же здесь заявлены Калошин, Потапов, ну мужчины, правильно? Где актер? Ну нет у нас актеров, девушка, нет, понимаете, я вообще аккордеонистка. Все, давайте продолжаем. Анекдот. История с Медранпашем. Что дальше вообще? Что? Понятно. Скажите, пожалуйста. Спасибо. Я вам немножечко помогу. Не против? Давайте предположим, что вот это одиночный номер провинциальной гостиницы. Вот. А вы, аккордеонистка, вы сыграете что-нибудь? Что вам сыграть? Ну, что-нибудь такое веселенькое. Ну, это оригинально, а можно другое. Понятно. Давайте вот это. Та-ра-та-та-ра-та. Ага. Та-ра-та-та-ра-та. Вот. Отлично. Значит, одиночный номер провинциальной гостиницы «Тайга». У нас здесь репродукты. Стулья, но остальное вы видите сами. Я, предположим, Виктория. Миловидная девушка, мне лет 20. Я вхожу в свой номер, на ходу я снимаю плащ, туфли, беру со стола книжку и начинаю читать. Вам стучат. Ко мне? Да, я прошу прощения, я тоже читала пьесу, дальше стук идет. Хорошо, спасибо. А вот, молодой человек, попробуйте постучать. Ну вот вы, да. Я не вижу откуда. Слушайте, но неплохо, но знаете, нужно посильнее. Попробуйте посильнее. Ну? Ну, все равно как-то немножко не так. А вот вы попробуйте. Ну, вы попробуйте. Так, а еще сильнее можно? Ну, как-то не очень. Девушка, вот вы можете? Ну, тоже не совсем то. Вот вы попробуйте. Ну, вы, девушка, в футболке. Нет, нет, не надо по моему креслу стучать. Ну, вот этот звук мне как побольше нравится. Можете так же, только посильнее. Ну, тут недовольны. Ну, у вас хорошо получается. Я попросила не стучать. Меня попросили постучать. Вы можете попросить ее не стучать по мне? Здесь пол прекрасный. Вон человек по полу стучал. Пусть стучит он. Мне удобнее по креслу. А мне неудобно. А мне удобно. Вы стучите, стучите. Очень хорошо. Простите, пожалуйста, можно мы местами поменяемся? Если вам не сложно. Спасибо. Человек не понимает просто. Скажите, чтоб не стучала. Девушка... Садитесь, садитесь. Так, давайте дальше. Значит, у меня в номере появляется мужчина, сухощавый. Вот он примерно похож на вас. Здравствуйте. Как вас зовут?
Виталий, очень приятно. Слушайте, а вы можете сказать фразу «я Потапов»? Я Потапов? Ну, неплохо. А теперь встаньте. И очень громко, прям на весь... Я Потапов. Да, хорошо. Идите вот сюда. Подходите, кстати, давайте. Так, вставайте, пожалуйста, чтобы вас зритель видел. Давайте по центру, прямо в центр. Ага. Так, и давайте сейчас с вами текст поговорим. Запомните, хорошо? Давайте. Я Потапов. Я Потапов. Сухощавый мужчина. Сухощавый мужчина. Лет 30. Лет 30. Прекрасно. Давайте попробуем. Я думаю, вы запомните. Значит, музычка, стук в дверь. Я открываю дверь, и прям у меня... Я Потапов. Сухощавый мужчина. Лет 30. Ну, слушайте, неплохо. А у вас радио есть? Конечно. Нет. Вы меня должны спросить, есть ли у меня радио. А у вас радио есть? А зачем вам мое радио? Хорошо, но немножечко не тот ответ. Подумайте, зачем вам еще может радио? Футбол послушать. Футбол послушать. Можно я вам немного помогу? Можно я пройду? Спасибо, спасибо. Оп. Он футбол слушал, вы понимаете? Я просто пьесу читала, там такой мужчина прям... Не сухощавый. Нет, ну он сухощавый. Но вы знаете... Он же болельщик. Вот когда слушают футбол болельщики, они чувствуют себя, как будто они на поле, понимаете? Как будто они футболисты. Давайте вот отсюда возьмем разбег, и вы должны вбежать. Ваша задача – вбежать в номер, в любой, и взять радио для того, чтобы послушать футбол. Хорошо. Понимаете, да? Идите сюда, я с вами побегу, как поддержка. Давайте. Раз. Вы текст помните? Я Потапов. Да, замечательно. Давайте. Раз, два, три. Побежали, 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 побежали. Я Потапов, сухощавый. Давайте, давайте, давайте. Я Потапов, сухощавый мужчина. Стоп. Я прошу прощения, там Потапов явно чем-то раздосадовал. Вот. Тем более. Вы сейчас задачу немного потеряли. Идите сюда. Смотрите. Задача взять радио. Вы болельщик. Вы раздосадованный болельщик. Ага. Давайте еще раз, я вам помогу. Раз, два. Вы готовы? Готовы. Три. Побежали, 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 побежали. Я открываю дверь. Я Потапов, сухощавый мужчина, лет 30. Давайте, давайте, давайте. Я Потапов, сухощавый мужчина, лет 30. Джинсы на мне, рубашка. И вы знаете, он явно сейчас чем-то раздосадован. Поняли? Вот так. Вот так работаете. Я вошла. А, послушайте, девушка, постойте, пожалуйста. Стойте! А, вам понравилось, как она делает? Что именно? Ну, вот роль. Понравилось, да? Да, мне понравилось. Мне кажется, она даже лучше меня. Слушайте, а раз так, вы не хотите на сцене попробовать вместе со мной? Я. Ну, вы. Ну, а что? Ну, роль мужская. И что? Хорошо, а как мы спрячем мою? А, ну это не волнуйтесь, там очки есть. Вы же не обидитесь. Ну вот. А вы действительно считаете, что я могу сыграть мужскую роль? Вы действительно? А можно я вам, если что, поговорить, там подскажу? Спасибо большое. Спасибо, давайте поаплодируем. Ваше искусство современное по ушам долбит. Можно спокойнее? Попросили не свистеть. Важный матч. Свисток мне отдай. Отними. Давай, давай. Твое. Мое. Итак,
Первая половина матча закончилась безрезультатно. 0-0. 0-0. Команда отправляется на перерыв. Отдохнем, товарищи радиослушатели, и мы... Отдохнем, а через 15 минут мы встретимся снова, чтобы узнать, кто же победит в этом увлекательном напряженном поединке. Передаем легкую музыку. Легкая музыка! Через 15 минут, пожалуйста, не свистеть. Хорошо. 15. Девушка! В зебру! Прости. Если они в этот раз проиграют, я вас выиграю. Поняли? Я вас выиграю. Это они проиграют. Какой? Теперь я буду говорить? Да. Музыку. Девушка, вы меня простите, пожалуйста, я сам не знаю, как это получилось. Просто у меня футбол. Нет, знаете, я не понимаю. Ну вот смотреть это еще туда-сюда, а вот так я не понимаю. Прости меня, пожалуйста. Ну, ладно. Я ваш сосед. Мой номер рядом. Сидел, я слушал вас радио спорта в самом интересном месте. Я в коридор вышла, 12 час, уже все темно, у вас свет горел. Вы меня извините, пожалуйста. Я пошел. Ладно. А, ладно, постойте, как вас там? Потапов, Сухачев, мужчина. А, хорошо, а где дальше будете слушать? А, видимо, придется поискать по гостинице. А, ночью по всей гостинице? Ну да, ночью по всей гостинице. А то забирайте мой. Вы разрешаете? А, ну вы потом вернете. Да. Забирайте. Спасибо вам, что вы не представляете. Доброй ночи. Доброй ночи. Хорошо, мужчина, к ней возвращайся. А вы знаете, у меня не работает радиоприем. Да, вы что? Ваш не работает, да. Вот беда. Видим, проводка используем. Да. А что теперь? А что теперь? Не знаю. Ума не приложу. Вот ваше радио. Ну, я пошел. Да, оставайтесь. Слушайте. Так вам же спать надо. Ну, а я ложусь поздно. Спасибо вам, девушка. Музыку! Возьмите. Вот как мужик. Радио давай. Спасибо. А ближе? Сюда. Да. Я сказала, думай сам. Девушка, дай вам Бог хорошего жениха. Благодарю. Не дадут.
Девушка, вы только не расстраивайтесь. Знаете, в театре такое бывает, когда на роль одной плохой актрисы приходит другая хорошая актриса. Да, вы там посмотрите себе какую-нибудь другую роль. Например, шум за сценой или каким-то несценическим персонажем. Не интересует, да? Ну, давайте вот такой. Ох, спасибо. Ну а что, мы так и будем стоять, молчать? А вы скиньтесь? Да, пусть судьба решит, кто сегодня играет. Заметный удар.
Знаете, как-то невнятно. Ну, вы еще послушайте.
кажется, что... Нет, ну если, конечно, вам очень надо... Я слушаю! Нет, ну я... Так,
За новую семью. День победы. Олег, послушай меня, пожалуйста. Сегодня день справедливости. Олег, сейчас. Подождите, детки. Дайте только срок. Будет вам и пелка, будет и свисток. Хороший досы. И Ваня призом был стакан. Сейчас врач. Какие слухи по городу пойдут? Где это надо? Не надо. Секундочку. Сейчас я вернусь. Слушай, ты можешь быстро встать, мы все выпьем и лежи отдыхай дальше. Пока ты здесь в кругу вот всех своих, твой инцидент имеет частный характер. Как только вот сюда войдет вот посторонний, вам хана. Конец всему общественному мнению. И говори с ним, тащи отсюда его. Я понял. Нельзя! Нельзя! Я букашечка, я жучок! Я ужалить могу! Слушайте, мы с вами интеллигентные, цивилизованные люди, что вы сами не встанете? Слушайте, если вы интеллигентный, цивилизованный человек, то скажите мне, кто такой Митрампаш? А вы не знаете? Я не знаю! Так, вы его не били? Нет. Нет, пока в кругу всех своих говорите, было ли рукоприкладство? Да ничего такого не было! Он его выставил. Выставить Митрампаша – это плохо. Угу. Так, а вы не выражались? Как? Ну, это нецензурная лексика. Матюшу. Ну, да не было ничего такого! Он назвал его Дон Жуаном. О, Дон Жуана Митрампаша, это очень плохо. Да, на диван поднять. Поможете нам? Слушайте, отлично. Подождите, у вас крыши нет? Кашу ели? Сила есть. Все, отлично. Так, пойдемте, смотрите. У вас такая схема. У нас правила есть определенные. Надо под подмышку брать. Да, потому что вы сильнее, а мы слабее. Только вы его крепко держите. Давайте, давайте. На раз, два, три. Да, как так же без головы. Так, простите. Заведовал. Большим начальником никогда не был. Но одно время был директором кинотеатра. И ведь везде же бывало что-то, да, получится. То инвентаря, бывало, не хватит, то образования. Но мне как-то везло. Хлебнешь, бывало, такого, а потом глядишь, да, и ничего. Выпал. Меня ж только судьба остановила. И досталась мне в итоге вот эта вот гостиница, тайга и Митрампаш. Я знаете, чего больше всего на свете боялся? Знаете? Начальство. И Бог. Начальство я так боялся, что когда сам начальником стал, да я себя бояться начал. Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю, как бы мне самого себя под суд не загнать. После, конечно, привык, но, по сути, я
Я всю жизнь не прожил в нервном напряжении. Дома еще бывало ничего, а на работу приходишь и начинается. С одним одно из себя изображаешь, с другим другое. Одним словом, я только сейчас понял, что я полной грудью дышать начал. Я только сейчас понял, что я жить начал. А что в итоге? Умираю. Борис. Да, Семен. А кто во всем этом виноват? Кто? Я. Не жена моя. Не Митрофаш. Я. Я во всем виноват. Все, свет выключите. Я все сказал. Какая речь до глубины души, правда ведь? Хорошо сказал, молодец. Откройте, если это Митрофан Паш, пусть войдет. Я ему сейчас все скажу. Откройте. О, это ваша жена. Сёма! Марин, ты прости меня, прости меня! И я тебя прощаю. Не поминай лихом и выходи вон замуж, пока не поздно. Олег, слышал? Да, слышал. Ну? Ну, я как-то не думал еще об этом. Как-то ты не думала. Ну, вот так. Олег, ты мне всегда говорил об этом. Да, говори. Но я еще как-то не думала об этом. То есть ты меня, получается, обманывал? Нет, 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 Марин, нет, я тебя не обманывала. Просто человек умирает, а ты со своей свадьбой. Мы там несчастны, не такая. Да нет, нет, вы женитесь. Вы женитесь, все хорошо будет. Вы, главное, за чинами не гоняйтесь. За деньгами тоже. Да главное, чтоб совесть была чиста. Бор, не надо всего этого. Дело ясное. Мне конец. Ну, вы все запомните, что Митрофан Паш это не из министерства, а наборщик из типографии. Вы простите, я правда не знал. Ничего, молодой человек, учиться надо. Я полностью. У меня, если бы еще одна жизнь была, я бы так не прожил. И я. Марин. Вы мне плиту небольшую поставьте. Она недорого стоит. На плите напишите. Хотя нет, ничего не пишите, просто имя, фамилию, отчество, дату рождения и дату. Семен, у тебя пульс? Сердце. Ты дышь. В общем, Семен, ты жить будешь, ты выкарабкался, понимаешь? Все нормально. Жить? Жить, конечно. Марин, не бойся слез, все нормально. Семен, ты жить будешь. Семен! Подожди, конечно. Да какие шутки, конечно. Подождите, это что получается? Слушайте, я просто не знаю, вас что не устраивает. Ваше совещание, вы не стесняйтесь, все по-старому. У меня никаких претензий. А вот как? Да вот так! Откровенно говоря, мне так больше нравится. Ну ты мне говорил сюда! А что я говорил, Марин? Человек жить будет! Да, человек жить! А ты опять со свадьбой! Прости меня. Ну ты если это, ну...
конечно же, с тобой буду, а... А этого я знать не хочу. Слава богу. Ну все. Семен, да очнись ты! Да! Да, 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 наша выиграли, да! Какой же выиграли 5-0, черт! Прикинь, наша выиграли 0! 5-0, наша... Слушай, сейчас. Бардак кто может. На, усы твои. Они склеились чуть-чуть. Сейчас. Слушай, ты меня прости, правда, прости. Ну, прости, футбол был, правда. Анекдот! Доктор, доктор, я буду жить? Конечно, будете. Но зачем? Рассказал. Рассказал анекдот. Рассказал. Всем рассказал, тебе и тебе. Остаюсь, смеюсь, набьюсь, если бегала, а жрать будет нечего. Женюсь, и все мне пишут, как я тут. Да я нормально, супер-гуд. Супер, супер, супер-гуд. Я нормально, супер-гуд. Супер, супер, супер-гуд. Я отлично, супер-гуд. Супер, супер, супер-гуд. Я нормально, супер-гуд. Супер, супер, супер-гуд. Я отлично, супер-гуд. И никуда. Мне в Союзе хорошо, везде мне скобочку дают. В какой компак я не зашел, да все равно же все умрут. Без разницы, там или кто. Супер, 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 супер. Я нормально, супер, супер. Супер, 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 супер. Я отлично, супер, супер. Супер, 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 супер. Я нормально, супер, супер. Супер, 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 супер. Я отлично, супер, супер. Там кто-то лает за границу, я, конечно, остаюсь. Смирюсь, если бегу, а жрать будет нечего. Люблю, совсем не пишут, как бегу, а я нормально, супер. Супер, 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 я нормально, супер, 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 я отлично, супер, 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 я нормально, супер, 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 я отлично, супер, 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 я нормально, супер, 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 я отлично, супер, 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 я нормально, супер, 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 я отлично, супер. Счастливы с тобой.